Slava Kisilov. And last instruction from referee in charge, Vyacheslav Kisilov. Ну что, мейн-эвент. Александр Емельянин против Дмитрия Сосновского. Ой-ой-ой, что-то будет. Понятно, что предыстория у поединка есть. Александр в последнее время стал одним из самых одиозных, пожалуй, персонажей российского мира. Ну, наконец-то, вот, в общем, у него бой состоялся. Преимущество в чем? У кого где? Сосновский ученик Олейника. Алексей о нем много довольно рассказывал. Физически очень сильно, очень здорово борется. 7-0, опять же, Александр Емельяненко. Преимущество, наверное, в опыте в большей степени. Насчет ударной техники не знаю. В общем, сейчас посмотрим. Первый раунд. Формат 3 по 5. Дима не стал откладывать дело в долгий ящик. Сразу же закладушки в лучших традициях Алексея Олейника. Если даже удар не попал, просто сноси. Снес Александра на канвас. И вспоминая как раз предстартовое, что называется, интервью, которое давал. Уже кровь появилась. Не видно, но... кого? Да, у кого-то есть. Сбросил ноги, зашел сбоку. У кого рассечение-то? Что такое? Головой ударился, что ли? Да. Да, неприятно. Вот очень большое желание побежал вперед. Так вот, Дмитрий в интервью с очень простодушным видом рассказывал то, что да нет, да я, мы будем разбираться в ударной технике, мы будем там кто крепче, зная, во-первых, Алексея Олейника не понаслышке, и зная его манеру и методику подготовки спортсмена, то, что про Дмитрия рассказывал, типа, что, знаете, услышать от Олейника слова, что у меня в партере были с ним проблемы, это, в общем, дорогого стоит. Так что Дмитрий немножко, на мой взгляд, лукавил, рассказывая, что он будет стойко разбираться. Мне это виделось, это был пар. Стоп! 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 Внимательно! Смотри, ручка! Готовы? Бой! Ручка! Бой! Закончился бой! Бой! Ну, посмотрим, что будет дальше. Здесь позиция сбоку. Если брать именно достижения Дмитрия, на мире смешных единоборств, ну что, и сбоку пошли решить. Физически очень сильно. Пока держит, ушел. Александр очень здорово здесь сработал, перетерпел. Да, перетерпел, взял гард. И сейчас оплотовцы, кое в зале, я подозреваю, немного неистово поддержат Дмитрия Сосновского. Александр включился, знаете, вот малейшей расслабленности в начале уже не осталось и следа, и, как мне кажется, вот данный поединок, он будет вестись кому что более выгодно. Дмитрию за счет молодости, прежде всего, выгоднее держать Сашу в партере, чтобы нейтрализовать ударную технику. Оттягивайся, сбрасывай ногу, слышим голос Алексея Олейника. Как а вот здесь смотрите, смотрите, на спину. Смотрите, о, да, вот это уже опасно. Отдает Александр. Вот это уже очень опасно для Александра. Попадание в челюсть, сдача. Сдача. ТКО. Забил. Ты понимаешь, что ты это сделал? Действительно, ты понимаешь, что ты это сделал? Ну, действительно понимаю. Любое братство оплота. Эмоции сейчас, конечно, у Дмитрия Сосновского совершенно сумасшедшие. Почему? Потому что победить настолько именитого соперника — это очень-очень большое дело. И о чем еще говорилось? О том, что соперников подобных Александра Емельяненко, в принципе, у Дмитрия до этого момента не было. Своих оппонентов он разбирал, сметал. Победы, собственно, приемами, победы добиванием и ровно то же самое.